Итак, всем привет, ребята, мы продолжаем с Леной искать сокровища. Лена, ты готова? Поехали. У нас миссия к башне. Ребята, мы едем и ищем. Так, стоп. Блин. Похоже, наша миссия может быстро закончиться. Капец. Ну давай, еще раз. Лена, давай, руби их. Что-то чуваки какие-то дерзкие. Так, ребята, держите. На, и тебе тоже. Блин, да как так-то, а? Так, давай аккуратней тогда. Надо каждый раз, значит, отдышаться, так сказать. Первый раз отдышались. Этого мы можем вот так взять и сделать с ним вот так. Окей, давай следующий. Мы торопиться не будем с Леной, потому что нам главное, что с Леной? Нам главное пройти эти испытания и найти сокровища. Так. Ну, здесь все простенько. Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, ловите. Ловите, как мы вам любим раздавать. Торопиться не будем. Лен, мы с тобой же точно никуда не торопимся, да? На! Так, где ты, чувачок? А, вот он стоит. Затонувший город, едем к башне. Ну-ка, иди сюда, нахи, братан, держи. Слушай, мне кажется... Блин, мы как будто уже здесь ездили, а? Мы что, еще раз тут едем, что ли? Или что, или это другая локация? Я, по-моему, уже вот где-то тут по... Или похоже было. Хотя, может, улочки-то похожи. Ах ты. Не, он так двоих не было, конечно. Нет. Не, маленечко другая локация, но все равно. Очень похоже. Давай бочечки все эти уберем. Потому что они нам здесь не нужны. Не нужны, поехали. Да блин. Так кто там, где он, откуда стреляет? Я что-то его не вижу. Так, стоп. Давай отхилимся. Лен, он по нам где-то издалека вообще фигарит, а? Ну-ка, да... Ай! Как так, сам себя, что ли, получилось? Ладно, хоть не совсем сначала. Так, давай еще раз поаккуратней тогда. Раз, два. Так, пока... А, вон он в окне-то стоит. Ё-моё, он нас и стрелял. Ща, Лена, давай мы с тобой пройдем все это. Все эти испытания для нас ничего страшного не представляют. Я только не вижу, где он опять. Ну-ка, назад сдадим. И поехали вперед. Ай, да как так? А, мы что, на бочку нарвались? Или он так в нас попал жестко, а? Так, давай еще одна попытка. Какие-то дерзкие чуваки сегодня, а? Давай, надо издалека, мне кажется, их всех сейчас здесь порешать. Вон он где-то фигарит там. Да что такое-то, а?
Лен, уходим. Ща, погоди, давай развернемся маленечко. Ну и чё, где они? Вон он стоит на балконе. Ребята, лови! Доберись до башни. Встретимся в здании таможни. Вон он! Она сейчас рванет! Новая игрушка. Огонь на подъеме. У него нет шансов. Мы тебя домой поднимем! У него кончились патроны! В укрытие! Он здесь! Yeah.
Прикончим его! Прекрасно. Он у меня на прицеле! Так, что-то со звуком произошло, ну ладно. Без комментариев было до этого. Ладно, ничего страшного. Идем сюда. Здесь вот этот меня уже достал, если честно, чувачок. Он тот наверху. Он прям очень мне портит здесь все. Все мое прохождение. Этот тоже хорошо, хорошо получилось. Так, где-то еще один. А, вон он спрятался. Ой, ну что-то их там много, ребят. Где граната? Вот сейчас граната пригодится по-любому. Давай, лови. Так, и что-то у меня вообще с патронами-то напряженка, ребята. Так, взял еще. О, револьвер. Есть револьвер? Сейчас мы будем с револьверчика. Ой, мне нравится с револьвера стрелять. Где ты? А, вот стоит. Да, блин, попади ты хоть разок-то, а. Тут, кстати, с револьвера достаточно одного раза попасть. Ну все. Давай еще патронов возьмем. Патрончиков для... Ах ты, иди сюда. Здесь с тобой так разберемся. И уходим сюда обратно. Так. По-моему... А, все, гранат не осталось. Ой, вот это зато мне закидывают. Давай помповым. Бамс. Вот так мне нравится, ребятки. Давай еще кому? Еще кто там? Вот так, двое сразу отлетели. И вот этот. Ой-ой-ой, подожди, нет, стоп, так не пойдет. Патроны закончились. Ай, нафиг, вы чё? Пацаны, стойте пока, давай. Переговорим чуть попозже, чуть попозже. Давай. Я чуть-чуть постою здесь. И вот сейчас можем... Выходи на разговор. Эй, давай. Чё ты боишься-то? Сюда, иди ближе. Да какие-то вы живучие. Чё с вами вообще происходит? Вот, раз. Всё, вообще патронов нету, блин.
Давай, где тут? По-любому валяется где-нибудь еще. Ой-ой-ой, граната еще прилетела. О, калашечек, все, это хорошо, пойдем. Пойдем, я готов, пацаны, разговаривать с вами. Идем, идем. Кто? Неужели вы все, закончились? Традиционный сбор патронов. Пистолет возьмем. Еще надо, еще, ребята, что-то я в этот раз очень много патронов потратил. Пойдет, ладно. Проходим. Он вон там! Где? Че, кто вон там? Иди сюда. Эй! Вот и поговорили, да? Ах ты! Ты откуда? Братан, ты вот лучше бы не надо было ко мне так подходить сразу, потому что, ну, ты сам видел, что получилось. Идем. И куда? И чего? И чего они хотят от меня? А, вот. Ладно, понял. Типа, ползи. Я-то сползаю. Ой, подожди, рано. Давай повыше и потом прыганем сейчас налево вон туда. Оп. Окей. Так, продвигаемся дальше. Так, да не падай ты, куда ты полетел? Опачки. Так мы уже в башне в этой получается, да? А где Ленка тогда наша? Лен где-то бегает опять. Вау! Еще один. Ну давай, крути. Разбегаемся и прыгаем. Да чё он не прыгает-то, ё-моё. А, куда ты? А чё за облом? А чё за облом получился-то? Это мне чё, всё по новой там крутить это? Или нет? Или я ещё всё-таки смогу пройти здесь? Так, а вот здесь я в другую сторону, да, по-моему, прыгал в тот раз. Давай здесь попробуем. Во. Ой, блин. Так, стоп, что-то пошло не так. Куда-то я вообще вниз сам и спустился. Ну-ка, лезь наверх. Давай, забираемся. Я думаю, что все здесь просто решается, все это. Раз, ползем. Вот здесь же мы крутанули, получается, да? А, ну все. Надо, значит, в обратку идти и туда. Туда прыгать. Все правильно, идем. По кругу сейчас обойдем. Туда наверх запрыгнем. Потом под цепочки заберемся. Все просто, ребята, все просто. Только вот здесь надо допрыгнуть нормально. Ну, все хорошо, молодец. А вот теперь надо до цепочки. Блин. Все, вообще разбился. Так, давай еще раз пробуем. Может, отсюда я прыгну? Нет. Отсюда не прыгай. Так, идем сюда, значит. Ай, куда ты опять, а? Ну давай, давай, чуть-чуть надо. Так. Вот здесь я до цепочки не допрыгнул. Вот, цепляйся. Все, отлично. Опа. Наверх. Во, вот, все, все хорошо. Вот теперь мне нравится. Да, что ж такое? Да кто там опять, а? Мы уже до самого верха дошли почти.
А? Прикол, да, что мы шли сюда на башню, чтобы просто отсюда уехать. Впусти меня, кто там? А, вон, дверь. Это Лена там. Лена. Ща, Лен, погоди. Заходи. Отойди. Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. Таможня. Ладно, ребята, про таможню мы узнаем в следующей серии. Все, всем пока, удачи.